Итак. Казахстан. I'm not the only one. Композиторы Сэм Смит, Джеймс Напьер. Автор текста Сэм Смит. Адам. Казахстан. Витебск, не слышно вас еще громче? Не слышно вас, ребят? You and me were made of love, for better or for worse. I can't believe you let me down. That proves in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when so unavailable, and sadly I know why. Your hurt is unobtainable, even though I don't know you'll get mine. And you say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when Адам, Казахстан. Разговор у нас будет серьезный. Дело в том, что где-то за кулисами я сказал, что люблю очень казахского поэта, философа Абая Кунанбаева. И тут же Адам на казахском языке очень красиво. Казахский язык действительно очень певучий, очень мелодичный. Прочитал, и мы как-то так за кулисами решили, раз уж мы сегодня заговорили о языках фестиваля, хотим услышать их. Пусть Адам прочтет для витебской публики стихотворение. Ну, если вы разрешите, это буквально четверостишие. Четверостишие из песни «Айттым салем халам хас». Спасибо. «Айттым салем халам хас, саған құрбан малмен бас. Сағынғаннан сені ойлап, келер көзге ыстық жас». Рахмет. Рахмет, спасибо. Ну хорошо, расскажи нам еще, как на вашем языке можно сказать «добрый вечер» или «привет, я люблю вас». Қайырлы кеш, саламатсыздар ма, мен сіздерді сүйемін. Ну, теперь Катя спросила, повтори. Не будем пытаться это делать. Да. Адам, Казахстан и оценки.
второй конкурсный день и сумма баллов за два конкурсных дня. 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9. Общий балл 78. Несколько секунд мы увидим сумму баллов за два конкурсных дня. 155. Спасибо. Адам, Казахстан. Рахмет. Рахмет, Адам.